Я на маленьком маркете машин. Вот представлены в основном Тойоты. Вот эта Тойота 200 тысяч рублей. Пробежала 92 тысячи километров всего. Ну, там все написано, кто по-японски читает. Пожалуйста, совсем недорого, да. Дальше пошли Тойота. Вот 500 тысяч рублей. Вот эта Тойота 500 тысяч рублей. Прошу любить и жаловать. Пробег 5 тысяч километров. Всего 5 тысяч километров. В идеальном состоянии 500 тысяч рублей. Вот. Ну, я здесь так сзади пойду. Посмотрю. 700 тысяч рублей. Ну, такая Тойотка. 700 тысяч. Вагончик. Вагончик. Муха не сидела. Муха не сидела. Муха не сидела. Вот они все стоят. Блестят. Продаются. В идеальном состоянии. Здесь, конечно, там будет подороже. Вот это все. Ну, вот это 250 тысяч рублей. Какого года? Ну, 39 тысяч пробег. 39 тысяч пробег. 19-го года сегодня. Ну да, где-то 8 лет. Вот много гибриды. Очень много гибридов. Вот такие Тойотки. Ну сколько вот такая тачка, например, стоит? Ну, лед просто, да. Это супер, конечно. Супер. 700 тысяч рублей. Ну, правда, пробег 78 тысяч километров. Вот так вот. Ну, дальше дороже. Здесь, наверное, почти нулевые. Здесь, вау, цены, да. Ну, пробег 49 тысяч километров. Вот, ну, тачки. Есть чего выбрать. Ну, это маленькое место. Я хожу в другое. Там смотрю, там еще сяду, вам покажу. Вот. Ну, маленькое такое место. Ну, можно. Можно сесть в любую тачку, посидеть, поиграться, договориться, поездить. Ну, за год 300 тысяч рублей, да? Тойота Краун, да? Краун, да? 300 тысяч рублей. С пробегом, с пробегом. Блин, закрыт пробег. Ну, думаю, не знаю, какой пробег. Ну, неважно. Там еще маркет. Там маркетов. Там мотоциклы продаются. А там мотоциклы. Ну, ладно, пойду дальше. Мне все интересно. Спасибо за внимание.